так я на север шел. Но как сделать так, чтобы актуальность этого праздника все-таки не терялась? Я уверен, что пока наши дети, внуки, правнуки, наши потомки будут идти нести в руках пожелтевшие фотографии наших предков, героев, вот мы все будем бессмертны. Мы все бессмертный полк. У меня был рейс, представляешь, полгода. Парикмахера не было у нас на корабле, а самому стричься, ну и зачем? Конечно. И у меня такой хайер отрастился вот. И, значит, здесь у меня баки густые были. Значит, в корабле меня звали Пушкин. Вот я не помню, уволил я его или нет. Их три или четыре таких женщины здоровенные. Ну, они меня, хватит. А я пел песню, а я девушек люблю. И они выскочили в проигрыше. Меня как хватанули, значит, и мне деваться. Ну, я, конечно, получил удовольствие. Утро, Мару, смотри, вот песня. Она говорит, что-то ты говоришь. Там ты такой сексуальный, там прям прет из тебя. А вот я говорю, да нет, уже нормально вроде спел. Нет, говорит, не нормально. Я пошел перепел. И очень доволен. Спасибо Марусе, да? Мы живем в такой стране, где много возможностей. Где так бурно кипит музыка. И должны появляться шедевры и в музыке, и в кино, и везде. Поэтому удачи вам всем и долгих-долгих ясных дней.